Здравствуйте, друзья! Меня зовут просто Лена. Что мы будем сегодня готовить? Чем проще, тем лучше. Чем дешевле, естественно, тем тоже лучше. И сегодня мы с вами приготовим рыбный суп, причем из рыбных консервов. А рыбные консервы — это у нас будет обжаренное в томате. Сейчас расскажу, что, не знаю, что купила. Быстро, легко, просто. Единственное, что могу сказать, конечно, его надо готовить не в большой кастрюле, а хотя бы там на разочек, на два, потому что все-таки все это приедается. Щи, борщи надоели, будем готовить рыбный суп. Что нам для этого понадобится? А раз мы готовим рыбный суп из консервов, то, соответственно, поскольку не было кильки в томате, она, наверное, еще дешевле, я решил купить карася. Тоже в томате, но обжаренный. Вот эта баночка в нашем магазине, он не настолько дешевый, стоит 55 рублей. Я думаю, что в сетевых магазинах он будет стоить намного дешевле. Вот пришла сегодня такая идея. Соответственно, что дальше? Лук, который мы обжарим на сковородочке. Под конец наших мучений приготовления нашего рыбного супчика добавлю туда лаврушечку. Я уже почистила пару картофелин, поскольку кастрюлька у меня маленькая. Ну, где-то примерно литр. Включила уже плиту, налила туда немножко на сковородку маслица. Сейчас порежу лучок. Я думаю, что это в первую очередь. Остальное все по ходу движения. Давайте начинать. Режу лук. Будем его обжаривать. Вот у меня на плите уже стоит моя маленькая сковородочка, в принципе, вполне достаточно. Я нарезал лук и, соответственно, отправляю его в нашу сковородку. Не забудьте налить маслом немножко. Как я уже говорила, нюансики такие небольшие. В принципе, рыбный суп, он чем хорош? Чем он свежей, приготовленный в данный момент, он лучше. У меня вот такой ковшечек есть литровый. Я думаю, мне вполне достаточно будет именно в этом ковшечке приготовить наш рыбный супчик. Пока у меня жарится лук, соответственно, я нарезаю наш картофель. Вот у меня таких вот два плоских картошек. Я думаю, мне хватит, в принципе, вот так, чисто символически. Но пополам не буду резать очень мелко. Где-то вот так, наверное. Ну, может быть, вот еще. Не буду, ладно, посмотрю. И хочется как бы немножко покрупнее, чтобы была картошка. Но и не совсем крупно. Вот мой ковшик налит не до краев, конечно, потому что нам все-таки надо будет туда опускать картошку и, соответственно, наши рыбные консервы. А пока ждем, включаем плиту, ждем, когда закипит. Накрываем крышкой, чтобы это было быстрее. Смотрим, чтобы у нас наш лук не пережарился. То есть его потихонечку вот мы обжариваем. Картошку мы порезали, теперь надо открыть нашего карася. Вот смотрите, наш лучок уже приобретает такой золотистый цвет. Еще чуть-чуть, в принципе, можно выключить, пока кипит наша вода. Так что в первую очередь лучше сначала обжарить лук. Ура, товарищи, закипела наша водичка. Кидаем туда нашу картофель. Аккуратнее. Вот посмотрите, лук у нас уже какого цвета. Я выключила, переставила на другую плиту, чтобы он не пережарился. Сейчас закипит наша картошка. Как только она сварится... Вот, в принципе, я думаю, вот эти две картошки, которые я туда закидал, вполне достаточно. Сейчас водичка закипит. Будем ждать, когда сварится у нас полностью картошка. Забросим туда нашу банку, лук. И для вкуса, соответственно, лавровый листочек. Потихонечку уже закипает наша картофелина. Потихонечку варится. В принципе, можно сделать потише. Прикроем ее немножко крышкой, чтобы не удрало. Единственное, что хочу добавить. Пока суп не солите. Кто его знает, может быть, соленая будет наша банка. Лучше, когда картошка сварится, мы все это дело засыпем, попробуем. Будет не соленая, подсолим. Вот я попробовала наш картофель, он в принципе сварился. Прошло минут 10 от силы. Что делаю дальше? Потихонечку из баночки добавляю наши консервы. Естественно, выливаю все, что там есть. Даже можно сделать вот так вот. Аккуратнее, смотрите, не обожгитесь. Банка все-таки металлическая. Естественно, выкладываю наш зажаренный лук. Сейчас добавлю немножко сюда водички. У нас тут все-таки очень много осталось всякой вкусности.
того же масла подсолнечного, на котором все это дело жарилось. Будем экономными. Во. Как только сейчас все это дело закипит, можно, в принципе, даже выключить. Ну и попробовать, соленое или не соленое. Сейчас включу побольше мою плиту, чтобы быстренько все это дело подкипело. Смотрите, какой красивенький получился. Не надо ни морковки добавлять, ни какой-нибудь пасты. Во. Вот такой вот у нас легкий рыбный супчик. Ждем, как начинает закипать, сразу выключаем. Вот смотрите, видите, уже закипает. Сейчас чуть побурлит, чтобы получше это было. Короче, норма. У меня кастрюлька хорошая, с двойным дном. В принципе, если что-то не дошло, дойдет. Беру лаврушечку, кидаю, и плита у меня выключена. Накрываю крышкой, все. Суп готов. Всем приятного аппетита. Ну вот, друзья, мы за каких-то минут 15 от силы 20, это с тем, что мы еще резали, жарили и так далее, и тому подобное, и ждали, когда сварится у нас картофель наш, приготовили такой легкий рыбный суп. Если вам рецепт понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Но не забывайте, вдруг вам что-то не понравилось, напишите. Вдруг что-то понравилось. Может быть, вы с какими-то другими консервами все это дело делаете. Подписывайтесь на канал, а мы вас ждем в наших следующих роликах. Всем пока!